15 февраля Воронежский хоккейный клуб играл в Казани против местного «Барса». Во Дворце спорта за игрой вживую наблюдали более 200 человек. Вся игра сконцентрировалась буквально в первом периоде. Все 5 шайб были заброшены в начале игры. Бурановец Данил Макаров отличился дважды. Третью шайбу за Воронежский клуб забросил Андрей Демидов. Итоговый счет 3-2 в пользу нашей команды. А вот следующая игра, прошедшая 17 февраля в Пензе, завершилась не очень удачно. Это был последний матч в игровом сезоне. Противником выступил один из лидеров чемпионата, местный клуб «Дизель». Ураганные проигрывали 0-3, затем забросили одну шайбу, будучи в большинстве. Ее автором стал Александр Шипилов. Но хозяева не уступали и довели счет до 5-1 в их пользу. Последнюю шайбу они забросили в пустые ворота. Егор Китаев, 41-й канал.